110 компаний из 21 региона страны. Во Владимирском экспоцентре в пятый раз открылась выставка-ярмарка «Краски осени». Нашу область здесь представляют 7 предпринимателей. Отличная возможность предпринимателям познакомиться с продукцией друг друга, представить образцы новой продукции, оказать новые услуги. Вот. Хочется особо подчеркнуть, что вся продукция представлена здесь качественно, самое главное, доступно. Товары на любой вкус. Покупатели признаются, выбрать что-то одно сложно. Всем хорошо, полезно, что тут все узнаешь, новые там какие-то формы, вот даже бюстиков, как говорится. Вот. Все хорошо, но уж очень дорого. Тут с 3000 делать нечего. На выставке широкий выбор продуктов питания, в том числе травяные напитки. И, конечно, мед. Пасека Бирюковых привезла сорта, которые поддерживают иммунитет. Липовый поможет при лечении простуды и насморка. Мед с семенами льна содержит омега-3 и способствует очистке организма от шлаков. Сувениры, парфюмерия, косметика и украшения. Малика Сагдулаева на ярмарку привезла верхнюю одежду немецкого качества. На витрине джинсы и рубашки из чистого хлопка. Покупателям скидки, если подходят с улыбкой. Такой товар здесь в Владимире не продается. Это я вам даю гарантию. Нету. Куртки, вот вы любую куртку посмотрите, садится идеально. Куртки, по словам Малики Сагдулаевой, не теряют форму после стирки. А наполнитель из верблюжьей шерсти и гагачьего пуха согреет в самые сильные морозы. Порадовать покупками себя и своих близких можно с 6 по 9 ноября в экспоцентре на Батурина 35. Екатерина Старикова, Евгения Волкова и Олег Маньков, Губерния 33.